А до этого вы, по-моему, давно работаете в службе? При Кучме работали, нет? Только недавно? Как давно вы работаете? Только пришли после революции. Ну, значит, и революция порождает такое. Я хочу вам сказать вот что. Знаете, очень интересная вещь есть, которой я все же действительно хочу ответить. Такие все честные тут сидят. Прямо посмотри. Знаете, что является критерием вообще работы любого правительства? Это жизнь людей. Вы выйдете на улицу, посмотрите, что вы нацаревали, да? И вот тогда вам стыдно будет действительно с людьми разговаривать. А вы тут сидите, демагогией занимаетесь. Я не занимался вышками, не занимался ничем другим. Не был в блоке ни у Яценюка, ни у Порошенко, ни у кого. Поэтому я пришел в партию оппозиционный блок. Вообще, спасибо, что хоть комплимент сделали, что я финансирую партию. Знаете, как-то мелочь, но приятно. Так вот, я хочу вам сказать, что я пришел в этот блок, потому что, когда я решил идти в политику, для меня единственная партия мира была оппозиционный блок. И меня не интересует, как вы определяете. Меня интересует, как народ Украины определяет. 6 областей Украины отдали нам голоса, а на следующих выборах отдадут 16. И не потому, что мы такие умные и плохие, а потому, что вы хуже. Не потому, что мы хорошие, а потому, что вы хуже. Я думаю, что мы тоже совсем плохие. Надо намного более чистых, более умных людей. Такие, как вы, так не дай бог никому. Я посмотрел, как вы накрутили в стране, что теперь люди жить не могут. У нас гривна стала, вы на себя посмотрите в зеркало. Вам что-то стыдно говорить вообще. Вы же Народный фронт, вам уходить первым надо.